Сегодня у нас на разборе BQ2431 Step L+. Открываем заднюю крышку. Снимаем аккумулятор. Откручиваем болты, которые на средней части. Снимаем среднюю часть. Передней рамки снимаем клавиатуру, дисплей у нас припаян к системной плате, микрофон тоже. Аккуратно снимаем системную плату, снимаем верхний динамик, он идет в рамке у нас, держится на защелках. Динамик базер спикер припаянный к плате, аккуратно его отклеиваем. Вибро тоже припаян к плате, тоже отклеиваем его от рамки. Поменять дисплей, динамики, вибро и микрофон без специального оборудования вы не сможете. Телефон разобран. Ставьте лайки и указывайте в комментарии, какие бы вы телефоны хотели увидеть в наших следующих разборах. Пока!